Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Давно хотел написать видео про семена расторопши пятнистой, как их правильно использовать. Подписчики моего канала частенько писали мне в почту с просьбой написать такое видео. Вот наконец-то наши с вами желания сбылись. И это видео появилось на моем канале. Если вы откроете интернет и прочитаете полезные свойства расторопши пятнистой, у вас может создаться впечатление, что вот она, панацея найдена. Нужно просто использовать расторопшу пятнистую регулярно для своего здоровья. И оно будет крепким и непоколебимым. Но! Это частично отвечает истине, а частично это иллюзия. И иллюзия для того, чтобы дойти до того самого крепкого здоровья, вы должны иметь определенный уровень здоровья. Простите за тавтологию. Потому как некоторые заболевания ограничивают регулярное применение семян расторопши. Некоторые заболевания и состояния исключают применение семян расторопши, пока вы не выйдете из этого состояния, пока ваш уровень здоровья не изменится. Также наносит отпечаток на правильное использование семян расторопши и препаратов из них ваш пол. Разное значение имеют семена расторопши для мужчин и для женщин. Ваш возраст. В разном возрасте по-разному нужно использовать семена расторопши. Даже погодные и климатические условия наносят свой отпечаток на правильное использование этих семян. И как вы понимаете, в пути к крепкому здоровью лежат то грабли, то камни, то ямы выкопаны. И вот для того, чтобы вам правильно обойти все эти препятствия, не набить шишек, не посадить свое сердце, не испытать возможности вашего организма, в этом видео вы узнаете не только химический состав семян расторопши, но и комментарии врача. Все-таки с 1987 года после Киевского мединститута определенный опыт работы имею. Физиотерапевта. Да, можете прочитать там. Не в первом поколении, потому как, да, в семье у меня хорошо владели физиотерапией. Ну и я несколько лет работал в открытом отделении физиотерапии. Открывал его сам. А также преподавал некоторое время, несколько лет на кафедре физиотерапии. Совершенствуя не только практические знания, но и теоретические. А это очень важно. Ну и последнее время больше практикую как диетолог. А семена расторопши – великолепный диетический продукт. Это продукт диетического питания, который легко можно использовать, правильно только используя, для своего здоровья. Поэтому смотрите видео дальше. Я думаю, что достаточно много интересной и полезной информации вы в этом видео получите. Ну а если видео будет слишком длинным, потому как информации очень много. Возможно, я вскоре напишу еще одно видео, в котором, ну, чтобы не перегружать ваше время, утомительно писать видео более 20 минут и, наверное, смотреть по 30-40 минут видео на одну и ту же тему тоже несколько сложновато. Информация, она, накапливаясь, начинает одна вытеснять другую, и пользы от таких видео, наверное, вы получаете меньше. Поэтому смотрите это видео дальше. Я начну разбирать по косточкам семена расторопши и показывать их плюсы и минусы. Или особенности применения. Потому как детали важны. Вы знаете, самые мелкие детали имеют огромное значение. Не вложите одну деталь в двигатель ракеты космической. Куда она у вас полетит? Понятно. Где будет ее конечная точка приземления? Смотрите видео дальше. Номер один по количеству – жиры. Плоды расторопши содержат примерно 32% масла, состоящего из уникального комплекса насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, попадание которого в пищеварительную систему человека провоцирует первично желчегонный эффект, а именно холеретическое действие и частично холекинетическое, что способствует дезинфекции пищи, лучшему ее усвоению и уменьшению проявлений дисбактериоза кишечника. А при попадании в кровь эти кислоты обладают
противовоспалительной, противораковой, гепатопротекторной активностью. Ну, безусловно, используются и как источник энергии. Об этом я расскажу раньше. А благодаря тому, что в масле плодов расторопши неотъемлемая его часть — это витамины А и Е, спектр действия существенно расширяется. Но только в том случае, если вы правильно используете плоды расторопши. А именно, за один прием используете, применяете примерно 10 грамм плодов. Тогда вся эта цепочка действий становится вашей. Вы ее неизменно получаете. Если же вы используете меньшее количество плодов расторопши, ну, естественно, измельченных, на один прием, эти действия могут не проявиться. И вам уже нужно вкладывать плоды расторопши в систему под названием «правильное питание». Только в этом случае вы опять получаете всю эту цепочку действий, которые прописаны в интернете, прописаны в учебниках, но могут быть остановлены неправильным отношением вас к применению плодов расторопши. Также в случае, если есть дискинезия желчного пузыря, есть хронический панкреатит, есть диспанкреатизм, вы также все эти эффекты можете не получить, потому как в каждом случае вы должны использовать определенные особенности в системе питания, о которых я в этом видео рассказать не смогу, а в одном из следующих я это расскажу, как при этих заболеваниях правильно использовать плоды расторопши. А пока я хочу вам рассказать о втором компоненте, также очень важном компоненте по количеству, который есть в плодах расторопши, и о нем вы узнаете прямо сейчас. Номер два по количеству — это углеводы. И несмотря на то, что углеводов достаточно много, они занимают второе место в плодах расторопши, плоды расторопши по этому показателю не противопоказаны даже при сахарном диабете. Более того, показаны. Потому как основной полисахарид крахмал, его содержание примерно 15%, он способен медленно превращаться в глюкозу в пищеварительной системе и, попадая в кровь, не создает проблем ни печени, даже при явлениях жирового гепатоза, либо стеатогепатита, ни поджелудочной железе, даже при явлениях сахарного диабета первого либо второго типа. А остальные полисахариды, которые есть в плодах расторопши, а это слизь, это пектины, это клетчатка, они не способны расщепляться до простых углеводов и всасываться в кровь, создавая нагрузку на поджелудочную железу либо печень. Но, перемещаясь по кишечнику, они усиливают перистальтику кишечника. И вместе с жирами, которые обеспечивают желчегонный эффект, способствуют ликвидации части запоров. Более того, не просто грубое очищение кишечника, как это делают некоторые слабительные. Они в полном смысле очищают кишечник. Потому как слизь способна неограниченно набухать в водной среде. И как вы понимаете, как в одной из рекламы было, просто добавьте воды. Если воды в рационе вашем хватает, слизь, набухая в кишечнике, собирает не просто воду дистиллированную, а воду с растворенными в ней токсическими веществами. Похожее действие выполняет пектины, выполняет клетчатка. Более того, на них более активно развивается сапрофитная микрофлора кишечника, поставляя в вашу кровь, в ваш организм дополнительные порции витаминов. А конкурентно подавляя патогенную микрофлору, способствует улучшению микрофлоры кишечника. А если еще и вспомнить о том, что желчегонная функция растительных масел помогает вашей печени освободить место в желчном пузыре для новых порций желчи, а желчь — это грязь, которую печень нашла в крови, то идет и глобальное очищение крови и очищение вашего организма в целом. И вот такой очень важный компонент. Редко кто делает акцент на углеводах. Ну, есть там крахмал. Ну, не противопоказан. Ну, может быть, там какие-то эффекты есть. А, как вы понимаете, эффект от применения, правильного применения полисахаридов достаточно серьезен. И он очень важен для здоровья. Как и компонент номер три по количеству, о котором я расскажу прямо сейчас. Номер три по количеству в плодах расторопши — это белки. Их содержание примерно 6%. И по этому показателю расторопша отстает от большинства круп и злаковых примерно в 2 раза. Правда, за счет относительно большего количества масла, жиров, расторопша имеет приличную калорийность. Примерно около 370 килокалорий.
оставляя далеко позади себя за чертой 330-300 килокалорий большинство тех же круп и злаковых. Если при описании плодов расторопшей, рассказывая про белки, в основном говорят про их пищевую ценность, а лечебные свойства белков не изучены, то есть обратная сторона медали. Неправильно используя плоды расторопшей, а такие способы в интернете распространены, они широко известны, можно попасть на снижение иммунитета, головную боль, ухудшение состояния почек, суставов, другие проблемы. И об этом я в одном из следующих видео расскажу. А пока расскажу об очень мелком таком компоненте, но который существенно сдерживает применение плодов расторопшей в значительном виде и использование их как пищевого продукта. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Этот относительно мелкий компонент имеет огромное значение в широком использовании плодов расторопшей как продукта питания. Это эфирные масла. И содержание это всего сотые доли процента. Но в сочетании с сапонинами, в сочетании со смолистыми веществами, в сочетании с примесью алкалоидов, они не только формируют специфический вкус и этим ограничивают применение плодов расторопшей, но и обладают определенным физиологическим действием на ваш организм. Как правильно применять плоды расторопшей, чтобы вы больше получали пользы, я расскажу в одном из следующих видео. А пока в этом видео не буду перегружать вас этой информацией, потому как она естественным образом появится при применении в различных ситуациях плодов расторопшей. А сейчас подойду к самому, пожалуй, не самому мелкому, но самому в определенных условиях важному компоненту, который содержится в плодах расторопшей. Он широко известен, и о нем я расскажу прямо сейчас. Основные лечебные эффекты от применения плодов расторопшей связаны с наличием в них биофлавоноидов, которые по известности активно конкурируют с маслом плодов расторопши. Но если масло берет количественно и при малом поступлении в организм связанные с ним лечебные эффекты не развиваются, а при передозировке можно легко попасть на опасные для жизни осложнения, то биофлавоноиды берут качественно. Основной силимарин, есть один из самых известных кверцетин, есть другие биофлавоноиды, суммарное действие которых на организм в основном реализуется через усиление или улучшение работы печени. А именно гепатопротекторная активность, а именно усиление белок-синтетической функции печени, усиление дезинтоксикационной функции печени, а это при современной экологии очень важно. Белок-синтетическая функция печени важна спортсменам, людям, ведущим физически активный образ жизни, а также интеллектуально активный образ жизни. Ваш интеллект зависит от количества белков, которые поступают в нервную систему, на которых может быть записана или обновлена та информация, которую ваш организм владеет и реализована в вашей жизни. А также усиление желчегонной функции и других функций. Печень — это метаболический мозг в вашем организме, от правильной работы которого зависит практически на 100% правильное питание вашего организма. Потому как пища, которая вам доступна для того, чтобы вы ее ввели в свой организм, она должна не просто попасть по факту. И весь химический состав, который вы можете прочитать в интернете, теперь ваш. Все полезные вещества ваши. Ничего подобного. У вас должна сработать пищеварительная система, расщепить пищу на простейшие компоненты, которые, всасываясь в кровь из желудочно-кишечного тракта, 100% крови попадает к печени. Если печень хорошо к ним отнеслась, а именно синтезировала в нужные для вас компоненты, ваш уровень здоровья теперь для вас состав этот имеет значение. Если же что-то печень переработала не так и решила, что эти компоненты вам не нужны, она в составе желчи сбросит их обратно в желудочно-кишечный тракт. И вы их потеряли. Поэтому очень важное значение имеет работа печени, а плоды расторопшей помогают вашей печени работать и лучше, и дольше. Но вновь-таки при определенных условиях часто люди используют плоды расторопшей по своему усмотрению. А потом появляются мифы. Пробовал плоды расторопшей — болит печень. Отлично.
Плоды расторопши показали вам, что токсинов в вашем организме было немерено. Печень плоды расторопши заставили работать более активно, расщепляя вот эти токсины, обезвреживая их. Отчего печень и воспалилась. В принципе, печень всегда находится в состоянии воспаления. И цитолиз, который происходит, то есть разрушение печеночных клеток, это уровень АЛТ, АСТ, эти основные ферменты, чаще на которых обращают внимание, делая анализы, оценивая состояние печени, они показывают, сколько клеток печени разрушаются в единицу времени. Если вы просто внесли плоды расторопши в свой образ жизни, а экология оказалась не самой лучшей, или уровень здоровья не самым лучшим, ваша печень, как индикатор, может показать: грязи много, не справляюсь. И проявится боль в области печени. В этом случае безосновательно убирают плоды расторопши, не меняя всего остального. Они великолепны сопровождающие в правильном образе жизни. Я знаю, о чем говорю. Ну, книжка ближе она. «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки». Так вот, плоды расторопши помогают в первую очередь лучше работать печени, а во вторую очередь и почкам. Потому как им меньше работы, это второй по мощности фильтр. Ну, две почки, это второй по мощности фильтр для очищения вашей крови. И чем лучше работает печень, тем меньше нагрузка на почки. Дольше проработают почки. Потому как почки не восстанавливаются, печень, слава богу, хорошо регенерирует. И плоды расторопши могут помочь ей в регенерации. И вот те самые белки, о которых я рассказал в этом видео, они также могут использоваться вашей печенью для регенерации. А ускорится процесс витаминами. Витамины А и Е, я уже о них рассказал. Витамин К, одна из функций этого витамина, гепатопротекторная активность. Он также усиливает работу печени по очищению вашей крови, по наполнению ее полезными веществами из тех продуктов, которые ваша пищеварительная система переварила и усвоила. А также плоды расторопши могут служить фоновым таким источником. Да, не сможете вы набрать суточную дозу калия, кальция, магния, железа, марганца, цинка. Благодаря только использованию, исключительно использованию плодов расторопши. Но содержание этих макро-микроэлементов в плодах расторопши также помогает лучше работать вашему организму и в первую очередь вашей печени. Потому как она все полезные вещества видит в вашем организме первой. Ну, естественно, если они поступают естественным путем через желудочно-кишечный тракт. 100% крови из желудочно-кишечного тракта идет на ревизию к печени и используется ею по своему усмотрению. В первую очередь. Только после печени все другие органы и клетки вашего организма, где бы они ни находились, могут увидеть эти полезные вещества. И если ваша печень работает хорошо, то как бы самоизлечивается. Витилиго, псориаз, там, экземы, кожные проявления. Заболевания сердечно-сосудистой системы начинают меньше тревожить вас, потому как ваше сердце, ваш мотор имеет запас питательных веществ на одно, максимум два сокращения. И в этом случае правильное питание, а именно поступление полезных веществ через печень в кровь, как раз и обеспечивает хорошую работу сердечной мышцы без развития явлений миокардии, дистрофии или метаболических изменений в миокарде, как часто пишут. Чтобы ваше сердце работало лучше и дольше. А заодно, чтобы работали и другие органы и системы более правильно. Вот на этой позитивной ноте я это видео про плоды расторопши буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы понимаете, что плоды расторопши — это класс при правильном к ним отношении и правильном их использовании, то я, наверное, свою цель достиг. Можете поставить лайк на это видео. Можете отправить ссылочку друзьям, знакомым, родственникам. А в одном из следующих видео я расскажу, как правильно использовать плоды расторопши, чтобы вот эти полезные свойства, о которых я рассказал в этом видео, ну и частично о правильном их использовании, чтобы эти полезные свойства достались именно вам и в первую очередь вашей печени. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. До новых встреч на моем канале!